2 километра. Тогда это тогда. Сейчас он должен назад. Два сто. На юг, по-моему, да. И идет на запад, на запад, на запад. Да, рулит на запад. Идем на запад. Там, ему нравится туда идти. Ну, в общем, он все. Поближе к Европе хочет. Все, можно рулить до этот самый. Домой. Каждый, да, каждый раз нужно делать эту калибровку. Это с экспертом встретился. Да. Он не запоминает просто эксперт. Он так прописан, что всегда делать ASL перед. Ты ж паял приемник. Может, там что-то не допаял? Нет. Ты спроси с этим экспертом, спешись, чтобы... Ну, все, да. Однозначно. Да, не, да. Рулит домой, чего ж. Не, ни хера. Как не, ни хера? Домой рулит. Стрелка, ты сюда иди. А, ну, ну да, стрелка сюда. Так что подожди еще. Ну, ты ж 2 километра улетел, как всегда. И ждешь 1,5 часа. Ну, что жалко? Да не жалко. Просто возле дома ты бы четко понимал. Хрен его знает. Лучше туда подальше. Я как понимаю, сюда рулит. По красоте рулит туда, 47 километров, 265 метров. Рулит сюда. Пойду подъеду. Да, ну и чего у меня этот сам? А Саня пошел пить кока-колу, пока тут самолет летит домой. Ну, угости кока-колой. Спасибо. Вот так летают пилоты. Спасибо. Мы попили, покурили. Нет, так проверять. Лететь там камень, надо это мы проверяем. Да, у меня уже зажило все от лопастей. Это ж хорошо, все обработано. Так бы купили еще. Слава Богу, уже было. Чем? Да. Теперь у меня есть. Большие пузырьки. Я всегда, вожу вот их сидины, если что задел, но печет, но он обрабатывает. А рядом. А рядом. Ну я не вижу. И Марина даже не видит. А это чей? Это не твой. Ну, судя по антенне. Вон он, вон он, вон он. Да непонятно, почему вчера. Может, больше времени на... Вчера, то я ничего не делал, 3 дня просто. Может, там какая-то память есть. Ну, питание еще не... Емкостя стоят на платье. Может, и, наверное, независимая память от Мэга помнит еще. От Мэга еще сильнее независимая память, которую если подпитать чуть-чуть от емкостинка, она держать будет день. Самому ну, сейчас вернулся. Еще не вернулся. Вернулся, он над нами. Вот он, над нами пошел. Поворачивает. Серега, Серега. Я не понимаю. Ну лучше так делать. Скорее всего, это непонятно.
пульт выключен. Пилот летит. Самолет. Пилот курит. Если самолет видишь, перейди перед экраном. Серег. А ты видишь, что будет здесь, это будет девятка. А, вон, за нами он. Над нами. А вот он. А ну не вижу пока, не видим. Подлетай вперед, еще. О, внизу проскочил, был, внизу. Проскочил. Внизу. Ну сложно это. Не так просто. Да, конечно. Только не ударься. Он разворачивается. Восьмерку рисует в обратную сторону. Рисует здесь. Тогда непонятно. Ну лучше проходить этот сам, на всякий случай. Ну, в 4 часа только включили электроэнергию. Да хрен его знает. Что они там делают? Спасибо. Да вот он, смотри. Серега подлетает. Как раз на разворот и шел, не видно. Что-то снижается он сильно, слышишь? 79. Что это он решил удумать? Ты чего он удумал? Что-то не так. Погоди. Что, он садится больше или погоди. А не, 80, 81 он газ включил. 20 метров разница. Вон, Серега. Вон, Серега. Видим тебя, видим. Пролетел. Увидели.